Доброго времени суток. Сегодня я хочу вам показать, как сделать изолят животного для фотостока или для микростока. Ну, не обязательно для микростоков. Может, кому-то просто понадобится. В общем, сделаем сегодня животное на белом фоне. Для этого сразу скажу, что фотография должна быть переэкспонирована. Заходим в Photoshop. Вот я приготовил фотографию. Фотографию коровки. Обратите внимание, фотография переэкспонирована, и небо у нас не голубое, а белое. То есть вот если мы вот посмотрите, обратите внимание сюда, нам нужно было, чтобы было 3 раза 255. У нас почти это есть. Но это мы сейчас подтянем. Для начала обрезаем все лишнее. Естественно, копыта в траве мы не изолируем. Вот подтягиваем детализацию до 20 примерно. Больше не нужно. Тени. Тени тоже высвечивать не нужно. Белое. Можно, в принципе, поиграться, но не надо, потому что волосы на ушах не будут видны. И что еще можно сделать? Можно убрать... Так, корова у нас желтая, нос красный, это все оставляем. Бирки желтые тоже оставляем. А зеленый цвет убираем на 0. Зеленый цвет убираем на 0. Все остальные цвета убираем на 0. Голубое тоже. Вот 253-254. Ну все, нормалек. Теперь переходим в Photoshop. Берем ластик 100%. Ластик 100%. Упс, извиняюсь. Шаг назад. Итак, ластик 100%, убираем. Вот тут мушка летит. Ну ладно, пусть летит. Так, мушек. Вот еще на глазу мушка. Все, мушки убраны. Теперь берем вот это вот лассо. Увеличиваем. Ну, до 100 можно чуть больше. Так, и теперь, значит, сглаживаем острые углы, ну, в районе 20, размываем, ну, если тело, то 4 пикселя, если бы морда была 2,2, хватило бы так, ну, вот сделаем 4,3, 4,3, окей. Вуаля.
Так, что нам еще нужно сделать с коровкой? Это удалить циферки на бирочках. Не знаю, может, можно и не удалять, но я всегда удаляю. Фиг его. Кто работает с фотостоками, знает, что постоянно это трейдмарка, торговая марка. Им везде видится торговая марка, в каждой буковке, в каждой циферке видится торговая марка. Поэтому. Лучше удалить. Да, я думаю, покупателю, кто будет покупать эту коровку, я думаю, не нужны эти циферки, номера. Ну, он думал, так пойдет. Так, что нам нужно еще? Идем. Ну, можно будет. Идем в кривые. Инструмент кривые. И тянем. Так. Значит, у нас тут 55. Делаем 45 на 10, да? На 10. И эту тоже. 8-10, я думаю. Хватит этот ползунок. Окей. Простреливаем. Три раза по 255. Везде что? Что от нас требуют микростоки? Окей. И может быть, что еще затемнить? Сейчас увеличим по краю. Края. Волосики на ушках может быть пересвечены, поэтому вот этим вот инструментом чуть затемняем. Проходимся по краю. Видите? Цак. Цак. И тут можно пройтись на всякий случай. Цак. Цак. И ну вот тут еще мордочка у нас сильно беленькая. Подтемним чуть-чуть. Ну и все, коровка готова. Если для фотостоков делали, то теперь заходим. Это надо сразу в фотошопе делать. Название писать. И ключевые слова. Ну вот. Корова на белом фоне, изолированная. Теперь идем. Это поисковик от Shutterstock. Прекрасный поисковик. Тут пишем, ну вот корова, допустим. Ну, корова. Изолят коровы, да. Ищем фотографии. Бац! Вот нам выдают. Вот в частности, вот моя шотландская длинношерстная. Вот моя корова. Вот моя корова. Вот. Ну, понятно, каждый фотограф свою фотографию знает. Выбираем три. Достаточно трех. Копируем. Загоняем. Ну и сохранить. Новую.
Новую папочку делаем. Сейчас стоп фото 39 будет. И все. Сохраняем как JPEG. Все, вот эту фотографию 100% воспримет любой фотосток. Все, всем удачи, всем удачных продаж. Спасибо, до свидания.